В Барнауле будут восстанавливать Петропавловский собор, разрушенный в 30-е годы прошлого века. Как это сделать, этот вопрос обсуждали совместно историки, архитекторы и общественники. По заверениям историков, Петропавловский собор, который когда-то располагался на нынешней площади Свободы, одно из первых каменных строений Барнаула. В 18-19 веках он был центром духовной и общественной жизни города. В советское время его разрушили. Для Русской Православной Церкви возрождение Петропавловского – это восстановление исторической справедливости. Для архитекторов – решение сложной, но интересной задачи. При этом все стороны признают, важно учесть и мнение общественности, ведь площадь Свободы – любимая многими горожанами место прогулок. Чтобы площадь Свободы, а может быть когда-то удастся восстановить ее историческое название Соборная площадь, сохранила свое место и не только религиозного, богослужебного, но и рекреационного центра, где люди бы свободно могли бы гулять вокруг собора, рядом с собором, внутрь зайти, и вся территория была бы открыта и доступна. О том, с какими трудностями, возможно, столкнутся организаторы этого масштабного проекта, расскажем в ближайшем выпуске.